что это за велосипед? Это сколько он весит? Человек весит. Весит 6,8 килограмм. 6,8 килограмм. 11 передач за один. Кстати, вот это передача. Ваня, сколько такое может стоить? 1300 от 300 и выше. А это сколько именно стоит? Мы про это говорим. 500. О, я сказал. Пол лимона стоит, да? Это? Да. Пойдемте вниз, наверное. Пойдемте, ну, наверное, еще за красу много взяли, за новую краску. За новую краску? А что, его покрасили? Да нет, нет, это совершенно новый велосипед, ему там две недели всего. А, вот он. Я сейчас на нем буду готовлюсь ему к чемпионату мира на этом велосипеде. Вот какие-то педали особые. Это контактные педали для того, чтобы нога держалась крепко на этой педали. Ничего там не скользило. Да, ничего не скользило. Когда падаешь, нога выстегиваешь ногу в сторону и нога. То есть безопасно вполне. Да, выстегиваешь сама. А вот это вот за табло, что это такое? Это датчик скорости, датчик пульса, мощности, температуру также показывает. Как это понять мощности? А есть в велосипеде есть мощность, которая, ну, есть датчик, который выдает твою мощность. И вон он передает туда через сигнал, через Bluetooth, и он показывает какую-то мощность. И скорость по Bluetooth тоже фиксируется? Да, да, и скорость, расстояние, тоже все идет через него. Ну, а сидушка какая-то интересная такая. Да, она очень удобная, мы должны сидеть не на всей площади этого седла, а именно седалище костя. А, вот оно, седалище костя. Вот оно, да? Да. Они в глубине вот тут таза как раз, да? Верно, и мы не сидим, мы подбираем ширину седла, тоже замеряем отдельным инструментом, это вот как раз переключение, да? Да, вот они переключаются. А переключается вот это раз. А сбрасывается как? Вот на эту внутреннюю. Раз. Вот она на внутреннюю. И все, сброс идет. И все это хорошо отлажено, да, ничего тут вот. Ничего не, да, да. Никаких таких. Раз в месяц можно перевозки, после перевозки отдать механику, чтобы поправили. Возможно, когда идет, мы снимаем колесо. Эти стороны, потому что колесо снимается очень легко. Одним нажатием и все равно. Ух ты! И новое, да? И новое ставим колесо. Так же легко одевается. Дикий все, да? Да, и все равно стоит. Что ж это производство? Слайдер? Это американцы. А мы какие-нибудь делаем велосипеды? Сейчас начал, 3 года назад начал. Формат. Формат? Да. В Пермской, завод. Дело, кажется, не скоро. Там, да. Все тут проекта. А у вас свой канал есть, да, где вы? Ага, на ютубе. Малахал Про. Ну, средную кулинарию набирайте. Понял. Попроще. И только раз она появится. Потому что что получается? Тут Андрей Малахов, он со своей этой передачей все тут забивает. То есть все на него выскакивает. А когда набираешь целебную кулинарию, это сразу на меня.
S-Box. То есть это должно быть очень прочно вообще. Да? Да. Не просто так какая-то, да? Хотя, знаете, появились новые шины. Внутри нет, где стоит камера. Ага. А есть такое, что там герметик налит и нет камеры. Вот так? Да, если наедешь на стекло, ага, то этот герметик дырку заклеит. Сам? Да, сам заклеит дырку. Она его немного спускает, придется подкачать. Угу. То, что очень удобно стало. Не надо с собой запасные камеры возить. Ну. Какой-то узел, да? Да, прочный узел. Компактные стали делать геометрию рамы. Он пружинит только на шинах. Да, только шина. Из этого он сделан для шоссейных дорог. На нем нельзя даже ездить по этому. По траве нельзя ездить. Потому что тряска сразу дается в руки и тебя вытрясывается. Вот эту подошву показать. О, смотрите, видите? Вот это все идет сцепка. Раз, здесь, там. И все, она намертво, да? Намертво. И погнал. Но если надо сбросить, намертво. Если надо сбросить, да? О, защелкнулось. И можно крутить. А потом, если падаешь, то? В сторону. Раз, и все. Легко и просто. Продумано.